Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть подруга, мы с ней знакомы уже год. Проблема в том, что сейчас ко мне пристает ее одногруппник, повторяет одно и то же, и повторяет одно и то же, чтобы я держался подальше от нее. Ну, если честно, первая мысль, которая возникла у меня, заключается в том, что ее однокурсник видит в вас угрозу. Угрозу такого романтического любовного плана. Я бы так это назвал. То есть это очень похоже на, по факту, устранение конкурента. Таким вот способом. Таким весьма характерным способом, когда человек не хочет идти на прямой конфликт с вами, например. Не хочет показать или продемонстрировать, что ему, если я правильно понял, кто-то нравится. Вот. И в общем и целом таким вот образом пытается сделать так, чтобы вас не было в окружении этого человека. Почему это проблема для вас? А сомневаетесь ли вы в том, что этот человек добропорядочный, подходящий вам и так далее? Если подобные сомнения есть, то это вопрос уверенности вашей в себе. И не к однокурснику, не к подруге это отношение не имеет. Не имеет от слова совсем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.